29 декабря состоялось официальное открытие районного дома культуры и дружбы села Сергиевск, совмещенное с большим новогодним детским праздником. В 2021 году учреждение прошло усовершенствование. Изменения позволили получить и новые репетиционные залы, и новый дизайн методических помещений. Районный дом культуры стал совершенно другого уровня. И самое главное, что большое внимание здесь уделяется детям. Я думаю, что все мы с вами наскучали. Нам не хватало очага культуры в районном центре. Вот сегодня такой очаг, наш родной очаг, открывается. В начале праздника почти час на сцене РДК шло юмористическое сказочное представление, где по сценарию в разные перипетии попадают любимые всеми герои. Современный юмор, использованный на полную света и звуковое сопровождение, согласно возможностям ДК, простые житейские ситуации, все это понравилось и малышам, и родителям. Новый год ждешь? Да, потому что он веселый. А что больше всего нравится на празднике? Танцевать. Не подарки? Подарки. Она еще не решила. С наступающим! Спасибо. А после представления РДК продемонстрировал маленьким гостям свои новые возможности. Вместо традиционных хороводов вокруг новогодней ели детей ждали мастер-классы, рукоделие, хореография и игры со сказочным персонажем. Со 2 января по 7 января включительно районный дом культуры ждет всех в гости на разные интерактивные программы для детей разного возраста с 12 часов до 2 часов дня. В 2022 году все эти площадки будут работать и ждут своих ребятишек. В том числе игровая комната. Игровая комната работает с 8 утра до 8 вечера, включительно, кроме воскресенья. Так около 2 часов предновогодней сказки 29 декабря преподнес малышам и их родителям капитально отремонтированный РДК «Дружба», получивший в 2021 году новую жизнь и новые возможности.